Трансляции известных спектаклей, выступления мировых звезд и знаменитых оркестров перебрались из интернета на большой экран. Во Дворце культуры Кировского округа открылся первый всероссийский виртуальный концертный зал. 2,5 миллиона рублей на его создание выделены в рамках нацпроекта «Цифровая культура». Еще 400 тысяч рублей направило областное правительство. Современные экраны и акустика обеспечат высокое качество изображения и звука. Не покидая Омск, каждый сможет прикоснуться к достижениям мировой культуры в новом и, главное, удобном формате и почувствовать атмосферу знаменитых концертных залов и театров. Первым показом стал концерт народного артиста России Дениса Мацуева. И это только начало. Мы увидим трансляции из Московской филармонии. Большое количество классических концертов, это литературные композиции. В общем, каталог очень большой. На август месяц мы уже запланировали два детских концерта и один взрослый.